Сегодня 16 июня 2011 года. Иначе Мусилапкин залез на дерево, срезает лишние ветви, освобождает от провода от сучков. Но это уже выше пошло. Мешается нам. Тут уже ничего не надо. Витя Николаевич держит лестницу. А то она подрастет, ее потянет. Работа опасная, но нужная. Работает энергично. Вот. Теперь надо на труб ставить. Тут уже ничего не мешает. Таких хрестов подержали. Сейчас это передвинуть я туда. А знаешь что? Передвинуть мешают вот эти ветки. Их можно отпилить. Дай-ка на жопу снова. Да-да, все правильно. Сразу не сообразил, говорится, башка не летит. У меня тоже так, мысль такая, что замедление работает. Вообще отлично. Инвестор дробот стоит. Очень тоже активный участник лагеря. Ладно уже, теперь тоже не обдумал. Веточки убрать эти отсюда. Татьяна Кузьминична, наш повар слева. Это Инафа. Дежурная сегодня была.